Наверняка все девочки и мальчики сталкивались с неприятной проблемой, неприятного запаха после долгого ношения обуви. Вот именно с такой проблемой помогает бороться следующее мое средство. Это спрей для ног. Я прыскаю его и на сами ножки, и на носочки потом, когда одеваю носочки, и непосредственно в обувь, совсем чуть-чуть, чтобы она не была мокрой. Запаха в течение дня не наблюдается, поэтому средство действительно работает и очень качественное.